Учителю физики Юрию Паку сократили срок по амнистии. Абайский районный суд удовлетворил представление исправительного учреждения поселка Карабас о сокращении неотбытой части наказания осужденного. Паку сократили срок на 5 месяцев 12 дней. Оставшийся срок наказания составляет 1 год 4 месяца. 10 марта Абайский районный суд рассмотрел ходатайство колонии о сокращении срока наказания Юрию Паку. Судья Гульнар Миханова удовлетворила представление. Неотбытая часть наказания будет сокращена на 1/4 часть, то есть на 5 месяцев 12 дней со дня введения в действие закона об амнистии. Оставшийся срок наказания составляет 1 год 4 месяца. Учреждение карты среди 12 поселка Карабас Абайского района Карабинской области обратилось в Абайский районный суд с представлением о сокращении неотбытого срока наказания в отношении осужденного Пака Юрия Дмитриевича. 10 марта 2016 года данное представление Абайским районным судом под председательством судьи Михановой удовлетворено. Осужденному Паку Юрию Дмитриевичу неотбытая часть наказания сокращена на 1/4 часть, то есть на 5 месяцев 12 дней со дня введения в действие закона об амнистии. Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано либо протестовано в течение 15 суток со дня его провозглашения. Напомним, 3 октября 2016 года карагандинский учитель физики Юрий Пак был приговорен к 2 годам колонии по обвинению в лжетерроризме. 29 декабря прошлого года апелляционная коллегия оставила без изменения решение суда первой инстанции. Также в начале года родные обратились в Абайский районный суд, чтобы воспользоваться правом на амнистию. А 9 марта текущего года родные осужденного опубликовали результаты независимой фоноскопической экспертизы, которую сделали в Ростовском центре судебных экспертиз в России. Согласно заключению российских экспертов, голос злоумышленника не принадлежит Паку. Также адвокат семьи обратился с заявлением в Карагандинский областной суд с требованиями пересмотреть уголовное дело по вновь открывшимся обстоятельствам. Айя Мамрина, Бауржан Ермагамбетов, Первый, Карагандинский.